Далее будем говорить о работе украинской разведки. 18 лет назад Верховной Радой Украины был принят закон о службе внешней разведки Украины. И на протяжении 5 лет главой службы внешней разведки Украины был наш следующий гость и постоянный эксперт Freedom, генерал Николай Маламуш. Николай Григорьевич, здравствуйте, рад видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Взаимно, слава Украине. Героям слава. Поздравляю с такой знаменной датой, это независимый орган разведывания, как и в европейских и других странах. Да, и действительно, уже практически 2 года длится полномасштабная война, практически 10 лет прошло с момента вторжения первых российских войск на нашу землю. Как вы оцените работу СВР Украины в нынешних реалиях и с какими вызовами приходится сейчас сталкиваться, Николай Григорьевич? Ну, в первую очередь, конечно, тут стоят стратегические задачи перед службой внешней разведки, потому что это, в первую очередь, политическая разведка, экономическая, информационная, военная, и, конечно, тут и вопрос, связанный с передовыми технологиями, это также компетенция. Ну и, конечно, создание позиции влияния на поддержку нашего государства. С одной стороны, это противодействие агрессии России и тех союзников, которые поддерживают, условно, Иран, там, например, там, Северная Корея, и содействие с нашей стороны или третьих стран, которые поддерживают вооружением, техникой, боеприпасов. Вот широкий спектр, начиная от глубинного знания планов и задач противника, условно Путина, его окружение, например, ФСБ, службы внешней разведки России, правительство Российской Федерации, ну, конечно, планирование стратегических операций, цели войны, вот, декларируемые и реальные цели, методы ведения войны, перспективы, потенциал. Вот сейчас занимается стратегическая разведка. Военная разведка более приземленна. Это поле боя, это как раз передвижение войск, это направление главных ударов, это возможность снабжения войск противника и проведения операций по противодействию. А стратегическая, ну, конечно, и стратегическая задача стоят. Создать условия, то, чтобы именно и по России очень мощно было противодействие на политическом уровне, на уровне ООН, на уровне Европейского Союза, все страны консолидированы, на уровне, например, тех же арабских государств, позиция Китая, например, Бразилии, Индии, Японии. Вот эти вопросы наряду с МИДом, но более глубинно и эффективно занимается разведка. Потому что это прямые контакты с первым лицом государств через руководителя разведки. Это прямые модели показать, что есть, что на правду в Украине, например, и какие выгодные позиции заняты той или иной стране. И почему это может быть. Не только с точки зрения международного права, это самая базовая доминанта, но и экономический, и военный формат, и на перспективу, и какие сценарии могут быть для различных стран. Но условно, какой сценарий, но на реальных фактах, но от ядерной войны. Это то, что именно уничтожит все человечество. И китайцы, и американцы, и европейцы. Поэтому разведка должна показать реалии и своим партнерам, и те своим лидерам, что если они будут занимать пассивную позицию, этот сценарий может быть реальным, пока не объединятся против того же Путина, против агрессивных намерений. Сегодня разведка это делает. Да, я скажу в таком формате, ну, секторально, пока нет всеобъемлющих возможностей, потому что есть ограничения оперативные, есть финансовые, есть логистические. Но, конечно, по Российской Федерации ведется активнейшая работа. Вот я прямо скажу, что был период, вот после моего руководства, когда мы вели активную работу противодействия, 4 раза реально упредили войну с Россией. Война могла начаться, ну, одно время, на следующий день. В 2008 году конкретно. Ну, а это так же самое было в 2004 году, в 1994-1996 году, когда уже готовились операции и захвата Крыма под приводом референдума вводения войск, и, соответственно, проведение операции по дестабилизации ситуации в Украине и в Крыму, столкнуть крымских татар с украиноязычными и русскоязычным населением там и создать Чечню свою, а затем дестабилизировать ситуацию, ввести российские войска в Украину. Это все пресекли системными действиями, разведками, частично контрразведки. И, конечно, это влияние на Путина, непосредственно сам с ним общался несколько раз в тяжелых переговорах, на президента Медведева, период вот как раз 2008 года, период событий в Грузии, когда нужно было противодействовать и четко ее показать. Сценарий войны, а это предполагает нанесение ударов по Черноморскому флоту Украины, чтобы не пошел в Грузию, а, соответственно, мы уже нанесли удары по России. Это реально была уже глобальная война, непростая. Поэтому в данный момент пришлось именно выходить на Медведева, потому что они не связывались с нашим президентом, но по каналам разведки, выйти и лично с ним беседовать.
сценарий катастрофический для России показал. Он тогда в конце говорит, я ж так и не понял, да, действительно, воевать не будем, я команды давать не буду. То есть это бывает сложно, нас снимается критическими мощными аргументами, но реальными, непридуманными, но с учетом и позиции стран НАТО, например, третьих стран, включая Китай, Индию, Японию, то есть показать весь сценарий возможной перспективы войны или нет, если ее упредить. То есть это важнейшая составляющая разведки, руководства, политического руководства страны, упредить войну, найти для этого системные средства. И не только на двухстороннем уровне, но объединить лидеров стран мира, не только союзников, но и партнеров, даже Российской Федерации, которые будут понимать, что война – это хуже и им. Потому что глобальная, еще раз подчеркиваю, ядерная война – это конец и Китаю, и Турции, и Ирану, и даже Северной Корее. Поэтому я как несколько аргументов привожу, ну их десятки, реальных, конкретных и тому подобное. Поэтому разведчики должны действовать глубинно, получая информацию, создавая условия давления на противника, создавая условия объединения сил многих стран, не только наших партнеров, партнеров, поддержка программ, как раз обеспечение Украины военной техникой, боеприпасами, политическая поддержка, финансовая поддержка. Эти все механизмы должны работать, я прямо скажу, не только ежедневно разведкой нашей СССР, но и ежечасно. Потому что это прямые, еще раз подчеркиваю, контакты спецслужбы этих стран, условных служб безопасности, разведок, например, правительства. Это, конечно, не только позиции, но и сценарии. И, конечно, руководство страны тогда, каждой, принимает решение поддержать Украину, не поддержать. Как голосовать в ООН, например, какие могут быть финансовые возможности поддержки. Ну, кто готов, это военная поддержка. Сейчас вопрос дефицит боеприпасов в этой ситуации. Это лоббирование не только по линии Минобороны и президентов, но разведка должна работать каждый день с каждой страной, с каждым партнером и с каждым участником. Есть группы влияния, на которые должны мы выходить и постоянно работать с ними. Это политики, например, в Конгрессе США, среди республиканского блока, которые не голосуют за поддержку Украины, ну, в финансовом формате, чтобы выйти на консолидированную поддержку и республиканцев, и демократов. То есть, как примеры, что же сейчас делаем? Да, это решается задача, эта служба. Она не показывает, как правило, военная разведка больше декларирует, потому что это более прикладная ситуация. Ну, военная сфера показывает какие-то активные мероприятия, даже очень такие, знаете, знаковые. Это уничтожение, например, складов, высадка десанта в Крыму. А тут невидимая, она более глобальна, но, я считаю, даже бывает намного важнее. Потому что решаются важнейшие вопросы. Как прекратить войну? Как обставить Путина со всех сторон? И политически, и экономически, и финансово. Как создать условия, например, мощного противодействия со стороны тех стран, на которых опирается Путин? Как прекратить коммуникацию или изменить саму модель отношений с Си Цзиньпином на не такую нейтральную сотрудничество, а наоборот, за осуждение Путина за ядерную риторику, за испытание ядерных средств, показать, что, какая перспектива ждет и Китай. Как пресечь деятельность, например, Ирана за действием наших США, Великобритании, Германии, Франции и третьих стран. Это все эти модели, которые работают по этим направлениям разведка. И это то, что именно только буквально на поверхности. Кроме всего этого, конечно, кроме добычи информации по политического плана, это и военного характера, стратегического характера, подчеркиваю, это технологии, это ВПК России, что она готовит, какие планы, какие возможности, какой потенциал есть, какие сценарии войны, сколько сил и средств она готова выделить, как долго могут воевать. Это очень такая сложная тема. Ну и, конечно, рекомендации, это вторая часть. Стратегическая. Это рекомендации руководству страны, в первую очередь президенту, правительству и другим ведомствам, как им действовать. Сценарий, во-первых, это оценка информации, это их анализ, это да, моделирование ситуации и сценарий развития событий. И что рекомендуется сделать конкретно президенту, соответствующую компетенцию, правительству, военным нашим руководителям, включая главнокомандующего Залужного, соответственно, министерством, ведомством, нашим диппредставительством за рубежом. Это уже в тандеме работаем. То есть это такой еще большой пласт модели как бы действий руководства страны и государства по защите государства, по формированию мощного ВПК, по формированию удержания развития наших
партнерских отношений и сопровождения этих всех отношений, любые логистические цепочки по вооружению, по технике, по гуманитарке, например, по боеприпасам, по финансам, должны сопровождаться разведкой. Это сопровождение зерновых коридоров, создание условий, чтобы именно страны-участницы поддержали нас и на противовес России, потому что это их интерес. Как этот интерес инициировать, как создать условия для охраны судов, как судить Россию на всех международных уровнях. Вот такой пласт большой, это, конечно, большой формат разведки. Все же делается ли? Скажу, можно сказать, долго делается, но недостаточно. Нужно много сильнее позиции, оперативные, и, соответственно, кадровые усилия, как раз контингенты в разных странах и в центральном аппарате, ну и финансирование, более эффективная схема. Да, Николай Григорьевич, вы уже неоднократно вспомнили операции, которые проводили наше главное управление разведки, и в частности в главном управлении разведки, ну, вы вспомнили Крым, высадку, как-то говорили, что украинские разведчики работают сейчас как на линии фронта, так и в тылу противника, и впоследствии об этом будет написано много книг и снято много фильмов. Конечно же, подробностей этой деятельности сейчас немного, и мы понимаем почему, но, Николай Григорьевич, что вы можете сказать о нынешней работе наших спецслужб в принципе в глубоком тылу врага, и насколько пристально работает внутри самой России сейчас российская контрразведка? Ведь судя по взрывам в том же Челябинске, которые были на этой неделе, или же пожаре в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали, да, в Бурятии, специалистам таки удается нарушать планы врага далеко от границ Украины? Первое, конечно, это уже второй уровень, более низший, чем мы говорим, но это тоже глубокая работа. Тылу врага. У нас имеются и позиции как в центральных органах в Москве, Санкт-Петербурге, так и в региональных структурах. И, конечно, на объектах ВПК и объектах коммуникации. Это железнодорожный авиационный транспорт. И поэтому секторально пока работаем по этим направлениям. Это, конечно, обесценивает потенциал России в экономическом, технологическом, логистическом плане. Это важнейшая составляющая. Но, немножко скажу критически, это, конечно, еще недостаточно. Потому что это единичное пока явление. Но есть тенденция роста. Это очень правильно. Как работы на оккупированных территориях, мы уже там более системно работаем, так уже на прифронтовых российских территориях, помним, Белгород, Курск, Брянск, Ростовская область, там и подрывы и самолетов, и аэродромов, и несколько, так сказать, мощных объектов ВПК, это ракетные заводы. Это конкретная работа разведки, которая проводится за счет агентуры, за счет диверсионных компаний, за счет внедренных людей в различные сферы и военной деятельности, промышленной, экономической, технологической и логистической, как мы говорим об этих взрывах на железных дорогах. То есть это конкретные примеры. Но хотелось бы, еще раз подчеркиваю, чтобы эта система была работа больше. Вот это на высшем политическом уровне агентура, она скрытая, она прямо не проявляется, потому что это особо ценная агентура, которая добывает информацию, которая формирует очень мощные позиции противодействия на высшем политическом уровне. Тут примеры приводиться не могут. А вот такая явная, где проводятся операции на железной дороге, на складах, на аэродромах, других, так сказать, важных военных объектах, тут уже конкретная ситуация. Это вторая категория, которая проводит уже диверсионные операции. Это уже боевые специалисты, боевики, которые имеют для этого навыки. Но я раз подчеркиваю, что, конечно, в России диаспора примерно 7,5 миллионов. Конечно, нам и разведке нужно бы более эффективно работать в плане привлечения этих лиц в разных сферах. Они разбросаны по всей России. Начиная от Москвы, Санкт-Петербурга, заканчивая, я встречал на Сахалине, Петропавловске-Камчатске, Хабаровске, на Урале, где их полно. Там, где нефтяные газовые скважины, там целые городки украинцев, которые постоянно говорят, что они поддерживают Украину. Это поле деятельности разведки, которое могут дестабилизировать ситуацию при такой масштабной работе среди даже диаспоры по всем направлениям. Но, к сожалению, часть украинцев поддерживает Путина. Поэтому тут нужно было очень активно работать. Для этого есть масса, я прямо скажу, десятки, сотни методов. Но мы сегодня их не будем обсуждать. Как влиять на тех людей, даже которые, в кавычках, заблудшие украинцы или другие там, они быстро могут стать на сторону наших буквально интересов, вот, потому что есть методы влияния на них, очень конкретные. Я помню, проводили многие операции в России, вот, возвращали заложников и в террористических центрах, возвращали без выкупа, без денег.
из пиратского полона. Там применялись эти методы, которые сейчас я не буду озвучивать, потому что они важны для оперативной работы. Конечно. Но они должны быть задействованы более системно. Тогда бы эти выбухи будут в день десятки, а может и сотни. Вот тогда будет Армагеддон для России. Это очень правильно. Да. Николай Григорьевич, в России неоднократно заявляли, что на Путина готовились покушения. Неделю назад Песков в интервью пропагандистам громко заявил, что никому ничего не удастся сделать. Скажите, спецслужбы, если бы на то была воля, я не говорю о наших, возможно, о других, если бы имели перед собой цель ликвидировать российского президента, сделали бы это? Или доступ к нему, как к Кощеевой игле, кажется сейчас невозможным, но однажды все же какой-нибудь царевич все же достанет и переломит эту иглу. Всем спецслужб работает сейчас на защиту Путина, и они предупреждают даже не только всех граждан и все поступы, но сами себя. ФСБ контролирует СВР, Главное управление разведки, Служба безопасности президента. Есть еще две структуры еще, частные, но они также под спецслужбами, но контролируют независимо друг друга и ФСБ. То есть система обставлена. Видим, что Путин пускает и кортежи ложные по несколько, три штуки, а там Путина нет, а он идет четвертым незаметным. То есть разные методы. Двойников применяют редко, потому что говорят, вот часто двойники. Чрезвычайший случай, что они их применяют. Когда есть масса людей неконтролируемая, когда служба безопасности не смогут упредить. Поэтому применяются двойник. Как правило, это сам Путин. Вот мифы эти все, сказки, что это не он, что он уже давно не правит, это все далеко от истины. Но вторая составляющая, могут ли спецслужбы, большие спецслужбы, могут устранить и Путина, и любого лидера прямо. Для этого имеются все силы и средства. Но задача так не стоит. Прямо скажу, ни американцы, ни британцы, ни французы, ни немцы, ну тем более там другие страны, этого не планируют. Не за то, что они не могут сделать. У них принципиально другая позиция. Они не идут на проведение и российских диверсионных акций против лидера такой страны, как Россия, к сожалению даже. Вот. Но у них это четко закреплено законодательством. Когда могут пойти? Вот тоже вопрос. Могут пойти, но в случае того, когда будет 100% достоверная информация, что Путин готовит ядерные удары баллистического типа. Это не по Украине. Баллистика не бьет по Украине. Это 5-15 тысяч километров. Это Европа, это США, это Канада, это третьи еще страны. Поэтому в такой ситуации, вот тут уже могут задействовать все средства. Вот тогда он реально будет уничтожен. Не только, что приедут какие-то диверсанты с Америки. В США и в других нескольких разведок имеется достаточно агентуры в окружении Путина. И только будет дана команда, они могут сработать. Но при том, когда уже будет ситуация чрезвычайно, я скажу, тяжелая. Мы будем наступать по всем фронтам. В России начнется такое брожение. Тут уже, конечно, будут задействованы элементы уничтожения, потому что мы можем применить ядерное оружие. Поэтому, да, с окружения кто-то может сорганизовать группу при поддержке Запада, санкции, провести такую операцию. Это как сценарий. Сейчас да. Это делать не будут, потому что США и НАТО невыгодно убрать просто Путина и заменить на другого любого, может, более радикально. Помним позиции с Пригожиным, когда он шел на Москву, сразу же американские спецслужбы начали консультации с чем? С путинским окружением. Как упредить Пригожина? Лучше Путин, чем Пригожин. Вот такая палитра. Потому что может Пригожин прийти и не контролировать, использовать ядерное оружие. Это очень такой опасный вариант. Но тут, я считаю, тут более грамотно нужно подойти. Как устранить Путина и не допустить именно дестабилизации такой системной России, которой боятся. Это всегда сдержит и США, и Германии, да не будем давать оружие высокоточное, Таурусы, например, много атаканцев, F-16 потянем, потому что что-то может быть со стороны России. Ошибка большая, стратегическая. Тут нужно все задействовать, чтобы Путина поставить на место. А там уже внутренняя дестабилизация ее добьет. Не нужно будет терактов. Николай Григорьевич, ну и пока же Путин жив и говорит, что у него все по плану. И скажите, вот есть ли, как вы думаете, в планах Путина то, о чем пишут сейчас западные аналитики, о чем говорит и разведка Эстонии, это в частности захват территорий за пределами Украины. Насколько этот сценарий реален и когда может быть осуществлен, и главное, при каких условиях и обстоятельствах? Я просто скажу, что нереален. Потому что Путин уже обжегся в Украине. Я 100% знаю информацию, что он даже сомневался, наступать или нет. Либералы оттянули на 7 дней, должно быть 16 наступление на Украину, если мы помним. По всем данным разведки звучало, и все
авиакомпании прекратили полеты еще 12-го, потому что предполагалось, что через 4 дня будет война. Провели определенные мероприятия, и, конечно, окружение Путина такого либерального толка, которое против и не боялось войны, пыталось ее убедить, что не нужно. И он вступил для консультации. Но те сказали, что силовой блок пережал его. Сказал, что мы швидко решим, быстро решим в Украине. Так. 3 дня захват Киева, 2-3 недели захват Украины. Вот такая была раскладка. И Путин уже жалел, что он пошел. Он был полностью дезориентирован. Он не понял, что будет война. Хотя ему довели по той же либеральной линии, что это будет глобальная война, будут гибнуть сотни тысяч россиян, не только украинцев. И вот еще вот формат войны с НАТО. Это еще глобальный. Это может и ядерная война быть. И, конечно, я понимаю, глубинно он это все сожалеет, что Экела, так скажу, промахнулся, но сейчас он загнан в угол, у него выхода нет. Поэтому он зайдет на затяжную войну, поднимает якобы страну, но перспектив у него этой войны нет. Что-то еще значит с НАТО, это смерти подобно, я прямо скажу. Поэтому на НАТО никогда не пойдет. А вторая составляющая, он думает каким-то способом выйти с войны, способом переговоров в отношении Украины. Считаю, что это будут американцы основные переговорщики, а мы там где-то на подтанцовке будем как бы подчиняться и выставить свои условия, закрепить оккупированные территории, побольше захватить, почему там дальше добывают Авдеевку, там Купянск, другие там города, чтобы шматок побольше отхватить себе. А дальше сказать, да, война глобальная, давайте, чтобы не было жертв, пойдем на мирные переговоры. Вот Запад устал, есть угроза ядерной войны, и масса аргументов выдвигает сейчас по различным каналам. И официально, и через агентуру, и через третьи страны, типа Китая, Турцию, там, и Бразилию. Вот это все работает. Вот. Но есть перспектива? Я сказал, нет. Потому что в данной ситуации четко определены принципы международного права. Это восстановление суверенитета Украины. Это одна из доминант, которая именно против Путина. Поэтому он сейчас не может справиться с Украиной, прямо скажу. И не справится. Начать еще войну третью, тем более страной НАТО, я еще раз подчеркиваю, это ему конец, ускоряет во 100 крат. Да. Николай Григорьевич, спасибо вам большое за ваш анализ, за эти комментарии. Еще раз с важной датой вас и всех причастных к службе внешней разведки спасибо. Украины. Николай Маламуш, генерал и бывший глава службы внешней разведки Украины, был в эфире Freedom. До новых встреч, всегда вам рады.